Вітаємо вас. Скажіть, чи вже віддали свій голос ви? Ні, ще не встиг, тому що у нас така звичайна сімейна традиція. Ми повинні всі в місяць зібратися. А от ми живемо так недалеко друг від друга, у нас один участок. От, ну, я думаю, що після ефіру я успію це зробити. Ви другий гість, який каже, що з родиною ходять на вибори, це також дуже показово. Ви знаєте, в нас вже було чимало історій наших телеглядачів, які телефонують нам сьогодні. Вони кажуть, що вони дуже хочуть проголосувати, але їм не дають такої можливості. Бо хтось не виходить з дому, когось немає в списках. Як бути в такій ситуації? Чому взагалі ми опиняємося в таких ситуаціях? Ви знаєте, здесь палка двох концах. Тим більше знаю наші такі, скажімо, кулібінські можливості від громадян України, громадян постсовєтського пространства, що, к сожалению, не всі люди вот этими как бы пользуются по-честному, потому что опять же, сколько я не так много научаствовал в этих избирательных различных кампаниях, комиссиях, и я вам скажу, что очень часто, когда фальсификации делаются в урнах, которые идут на вынос. И то, что сегодня действительно уже поздно, и люди не попали в список, кто будет голосовать на дому, изменить ничего невозможно. Даже если любой член избирательной комиссии, вся комиссия будет стараться, это будет служить нарушением закона, и потом будут поводы признать выборы там, недействительными или с какими-то нарушениями, и те работники комиссии, которые сегодня есть, могут пострадать. Поэтому в данном случае я их, ну как сказать, стараюсь быть нейтральным, да, но где-то я их понимаю. То есть лучше, чтобы на вас никто не пожаловался, чтобы не нарушили что-то. Лучше один голос так, как оно есть. Тем более формально сегодня, к сожалению, все, кто не попал в списки для голосования на дому, они этого сделать не смогут. Но через две недели, скорее всего, будет второй тур. То есть они должны где-то свои ошибки предусмотреть, исправить их. Я думаю, через дві неділі у них навіть не буде... за три тижні. Да, у них не буде проблем проголосувати. У нас є наступний дзвінок глядача. Вітаємо. Як вас звати? Вітаємо. Вас теж. Надія Іванівна, Одеса. Значить, я з таким вопросом. Значить, там говорили, що ви не можете зв'язатися з участками. Ви в 102 дзвоните. Ничего подобного. Ни 102, ни 101, ни 705, 55, 55. Ничего нам, простым гражданам, не помогают. Я хочу вам дотошно сказать. Я позвонила, 101, пожар. Загорелась урна, дымела. Я позвонила в 101, они говорят, что вы там выдумываете? Вы откуда это взяли? Никакого пожара нету. А рядом офис, пластмассовые двери. И дымит это все. Я говорю, дымит конкретно. А если загорится, это надо, чтобы весь офис загорелся. Другой случай. У нас газовый баллон. Квартиранты в доме девятиэтажки газовые баллоны себе устроили в кухнях, комнатах, как общего пользования у нас бывшая гостинка Укрзавница. Я, как порядочный человек, позвонила 705, 55, 55, сообщила, что у нас такое дело, могут взорвать. Квартиранту говорю, немедленно убери. Я работала начальником отдела большой организации при советской власти. Я говорю, это опасно, оно может взорваться. Он говорит, а вы мне свыше предписание дайте. Ну что свыше? Старший мастер Деза пришел и сказал, на дизвана, что вы себе думаете? Вы что это? Вы кто? Я только думаю и сплю, как бы вы там на горячую линию не позвонили. А если бы взорвался дом? О чому це говорить? Дякуємо вам, накипіло, наболіло нашим громадянам, виборцям за все вже. І ви знаєте, оприлюднили неофіційні дані щодо явки на виборах. Загалом, у нас є Україні... інфографіка, здається, так. По статистиці. Будь ласка, покажіть. Так, активність виборців станом на 12 годину 16,08%. Так, скільки там... Більше 10, 16, ага, 16. 16,8 на 12 годину. Ось такі дані, наскільки активність виборців 12. Це по Україні, ми правильно розуміємо, шановні режисери? А, це по, зараз показую саме активність по Одесі, 14,36.
Угу. Ну, бачимо поки що такі дані, але ще певно не прокинулися у одесити. Зазвичай, ну, знаєте, в саме кінець ідуть, коли вже дільниці майже закриваються, і такі у нас черги. Ну, ми нагадаємо, що вони сьогодні працюють до 20-ї години, тобто у будь-якому випадку, навіть якщо ви хочете зараз пройти погуляти на сонці, будь ласка, а ввечері все ж таки прийдіть і проголосуйте. У нас є наступний дзвіночок. Вітаємо, як вас звати? Вітаємо, мене звати Наталя, город Одеса. Скажіть, будь ласка, бабушці моїй сусідки 94 роки. Вона попросила, щоб я взяла паспорт, її приглашення і пішла, сказала, з приглашенням. Мені сказали на комісії, бабушці 94 роки, треба справку з поліклініки, що вона не може прийти. О, я говорю, ну аж вона не може туди в поліклініку піти. Ми нічого не знаємо, для чого бабушці в 94 роки голосувати. Ніхто додому не приходив, нічого. Ой, ну це, звичайно, сміх, сльози. Знаєте, я хотів би всім, хто дзвонить, тому що їх дзвінки одного такого характеру. Так. Ну, ви знаєте, от ми граждане, ми люди. И мы в таких ситуациях говорим членам комиссии. Причем этот член комиссии может представлять 44, сколько там, 39 кандидатов, да? И он может как принадлежать одному, существующей власти, скажем так, и одному из кандидатов. А у всех складывается впечатление, что вот эта власть, да, вот специально так делает, чтобы людей футболят, людям в грубой форме где-то отвечают, не могут им ни в чем помочь, или даже большинство думает, если бы они бы не звонили, что им помочь могут, но не хотят. И вот такое складывается впечатление. Поэтому здесь, ну, действительно, без медицинской справки сегодня, ну, невозможно даже внести. То есть это прописано в законе. И 94 года, 102 года, все понятно. Но даже если бы с таким возрастом, да, не было медицинской справки, даже никто бы не пришел с урны голосовать. Ну, такие правила игры. И изменять их в каких-то частных случаях, ну, может быть, следовало, но это нужно закон. Это даже на местах это никак не решается, поэтому нужно воспринимать, как оно есть, и стараться, может быть, в тех случаях, где возможно, да, где инвалидность, где понятно, что человек не может сам передвигаться, быть более настойчивым и обязательно прийти не по телефону дозвониться, а прийти в участок, написать заявление, чтобы было зафиксировано заявление, тогда, если вас уже не внесут, вовремя вы это сделали, тогда можно наказывать тех лиц, которые в списке не внес. Внуки чи родичі, а якщо немає? Якщо людина просто не виходить з дому і лише телефоном підтримує зв'язок? Есть соседи. Ну, понимаете, как, никак, по-другому, поймите, потому что 20 миллионов избирателей, сколько там, да, около 20. Угу. Поэтому здесь, знаете, во-первых, законы не бывают идеальными. Всегда есть какие-то шероховатости, всегда будут какие-то потери. И даже и такой процент, я думаю, может быть, один будет по всей стране. Люди, которые хотят и не могут, потому что или не вовремя подали заявление, или в соответствии с теми законами им просто не положено голосовать на дому. Потому что даже возраст в данном случае не является той причиной, когда урна для голосования должна быть вынесена из участка, и человек мог проголосовать на дому. Ну, знаете, мы уже 50 хвилин в эфире, было понад 10 дзвінків наших глядачів, за що окремо вам спасибі, і характер проблеми практично один і той же, що немає в списках, не можемо проголосувати на дому. Ще раз хочемо зазначити, що ви можете, якщо у вас є факти порушень на дільницях, надсилайте фото або відео, докази на наш номер Viber, який ви бачите на екранах, і наші знімальні групи обов'язково будуть виїжджати на ті дільниці, де є порушення. Конечно, очень радует, что население переживает, что хочет голосовать. Это нормально, это правильно. Видите, нам люди звонят зі сльозами. Да. Это очень хорошо. Это приятно слышать. Даже не важно, за кого никак голосуют. Это их личное мнение. Но просто людям не безразлична страна, что 18 лет не попал в списки, что там 94 года физически не может подойти. То есть, ну, я думаю, для страны это в любом случае это очень хорошо. Тут дуже важливо, щоб були зроблені певні висновки саме тими людьми, які не змогли проголосувати вже під час другого туру, а могли уникнути цих проблем. Знаете, мы, опять же, помню, кто помнит, да, когда, если кто-то не шел голосовать, ходили по квартирам,
в советское время, напоминали, звонили, чтобы явка была там 99% ни в коем случае не меньше, потому что тогда члены комиссии получали там какие-то выговоры или їм просто премії не оплачували. Щодо відповідальності членів комісії, попередній наш гість Геннадій Чмир казав, що немає прецедентів, коли їх притягали до відповідальності, можливо, тому вони не відчувають цю відповідальність. Совершенно верно, потому что, знаете, как это люди временные в данной комиссии, они не постоянные, их наняли на работу, для них это приработок. И он прекрасно понимает, что во вторник утром, крайний срок, да, или даже в понедельник утром он поставит свою подпись, и все, его миссия закончена. И к нему никаких претензий нет. Он будет, да, начальник, там, какой-то заместитель, все какие-то будут там документы переоформления, что-то может произойти. А все эти простые люди, они во вторник утром уже будут на работе, и они забудут, что они в этой комиссии участвовали. Естественно, никакой ответственности, никакой претензии мы к ним предъявить не можем. Более того, повторюсь, 39 кандидатов сегодня в живых списках. От каждого из них из представителей в этих комиссиях. Причем бывает так, что он представляет интересы того кандидата, но категорически против его программы, за него голосовать не будет. Да, но он попал, потому что он там, не знаю, сколько они зарабатывают, 500 гривен, 1000, не в курсе. Все залежить від того, від якого вони кандидат. Ні, ну, бывает, от кандидата своя доплата, а еще как член комиссии, они что же там получают? То есть, именно работники, не наблюдатели, да? Сейчас, згідно закону, здається, заборонено брати кошти. Наблюдатели не могут. А члены комиссии, которые сидят, регистрируют участников голосования, там же наверняка, это же не бесплатно. Ну, звичайно. Да. У нас є наступний дзвінок глядача, вітаємо, як вас звати. А, немає, немає. Ми говоримо, сьогодні будемо дуже часто ставити це питання, чи готова Україна до електронного голосування? Я думаю, що ні. Ми бачимо, як наскільки сьогодні, ви знаєте, є такі попытки вмешаться в голосование. И для меня это даже сколько попытки не внутри страны, а еще извне страны. И мы очень часто видим, когда различные вирусные, да, айтишные там вирусы заходят в систему и останавливают там дорогу железнодорожного транспорта, банковскую систему нарушают такой в кратковременный период. И поэтому то, что здесь может произойти, люди как бы будут голосовать так, а результат будет другой, это один момент. Во-вторых, далеко не все имеют такой возможности. Я имею в виду сельской местности, люди старшего поколения, которые понятны, что такое компьютер, интернет, их с каждым днем все меньше, вот, но в всяком случае они есть. Вот. Поэтому здесь я вообще скептик такого электронного голосования. Я в данном случае за живые руки, за живые ноги. Прийшли, проголосували, чоловік є. З іншого боку, скільки коштів витрачається на організацію ось цього процесу? Якби було електронне голосування, більше економила держава. Ну, ви знаєте, ці гроші йдуть куди? На ту ж саму зарплату. Да? В принципі, ці гроші, більшість своєї частини, процентів 80, возвращаються в економіку. Людям платять зарплату, да, ну, какую-то временную за эту работу. Они получают, в магазин идут, ее тратят. Когда печатают бумагу, предприятие, которое бумагу печатают, тоже получает деньги, людям платят зарплату, расходные материалы и так далее. То есть, да, сумма большая. Может быть, знаете, как каждый рассуждает, раздать людям пенсии, меня больше волнуют те расходы, которые идут на рекламные щиты и бигборды. Вот это в разы больше, в десятки разов больше. Причем понятно, что когда тратятся такие деньги так легко, значит, их точно так же легко и заработали. Вот здесь бы я задал вопрос тем, кто расклеит в таких количествах, откуда у них финансовые источники в стране, в которой экономика далеко не на самом высоком уровне. Ну, знаєте, вчора був день тиші, ну, якщо можна його таким назвати, тому що постійно в інформаційній стрічці були, випливали ті чи інші порушення. Білборди залишилися, так, без прямої агітації, але всі ми розуміємо, кому вони можуть належати. Є таке, їхав сьогодні к вам, бачив це, але, опять же, це може розуміти, я думаю, процентів, ну, не більше 30-40 громадян України. Але цього достатньо. Этого достатньо, да, но, опять же, розуміти этот щит і видеть його, наскільки він повлияє на нього, да? Це ж не той варіант, як кидаємо решку і монетку, да? От кого последнього із кандидатів в лицо видел, за того проголосував. От поэтому здесь, ну, это не могу сказать нарушение, я не специалист. Есть свого рода нагадывание про себя. Совершенно верно, да, есть такой тонкий намек, но я думаю, если эти бигборды висят, наверное, в таком количестве, значит, это не есть нарушение, потому что было бы серьезно, ну, просто бы побоялись их оставить. Вот, значит, есть какие-то лазейки в законодательстве, которые позволяют этот бигборд не считать прямой рекламой или косвенной. Ну, это будет. Это, знаете, механизм. Даже вот, бигборды вроде какая-то мелочь, но то, что было в этой избирательной кампании, когда некоторые средства массовой информации позволяли себе впускать информацию, да, причем делать выводы, информация недостаточно была подтвержденная,
И причем, знаете, мне так было интересно, что делали журналисты, которых никто, я, во всяком случае, видел первый раз. То есть, знаете, нашли каких-то камикадзе, такое у меня подозрение. Информация выходит, проверить ее некогда, она уже сделала свой эффект на избирателя, а у того, против кого она защититься не может, времени нету, а информация уже прозвучала. И даже пускай после первого тура там пройдет кандидат, не пройдет, будут судебные разбирательства, может так пройти, что поезд уже ушел. И вот эти вещи, они, ну, для меня более такие непринимаемые. То есть насколько можно вот такими действиями, прямым враньем, вбиванием в голову информации, которая недостоверна или частично достоверна, но выводы ее сделаны так, что это серьезно повлияет на ход избирательной кампании. И вот эта грязь, вот с этим нужно было бы бороться, думаю, в первую очередь. Более того, что вот я, ну, как по мне, я бы вел ответственность, да, на всех. На журналистов, на кто просто выступает в эфире, за ту информацию, которую они несут. Потому что бывает, человек в авторитете, он может эту информацию произнести, это может в корне изменить суть в стране. Тем более сегодня в Украине мы понимаем, что состояние, скажем так, не совсем стабильное, вот, хотя как бы есть какие-то динамика роста, но в то отношение, в котором находимся, сегодня очень Украине как никогда нужна стабильность. Нужно, чтобы люди верили, люди понимали в то, что делается в стране, делается, скажем так, во благо, и да, бывают какие-то ошибки, бывают какие-то моменты, не всех устраивают, более того, они не могут всех устраивать, потому что если, знаете, как количество денег, оно одинаково, если кому-то дали больше, значит, у кого-то нужно их забрать. Естественно, что кто-то будет недоволен, и просто кому-то не дадут, потому что их не хватает, то есть во второй очереди будет стоять. Но есть вещи, которые более выше, чем личное, материальное, то есть благосостояние страны, даже не только благосостояние, просто, знаете, тут именно спокойствие намного сегодня важнее, чем личні якісь там. Ви знаєте, що ці компанії немає камер відеоспостереження на дільницях. Да. Я продовжу питання після дзвінка глядача. Вітаємо, як вас звати? Здравствуйте, Одеса, Наталя. А подскажите, пожалуйста, а если моей мамы нету 9 лет уже и приносят второй раз уже приглашение, как это называется? Другим людям нету приглашения, те, что живые, хотят голосовать, а моей мамы нету, и я уже второй раз им принесла похоронку и сказала, что ее нету, они все равно приглашение приносят. Подскажите, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, свою адресу. Одесса, Вишневского. Угу. Тут, скорее всего, нужно, знаете, как люди, скорее всего, несут избирательную комиссию справки. Их нужно не в комиссию нести, а по месту регистрации. То есть паспортный стол. Это недоработка ЖЭКа или там товариство какое-то, допустим, частный сектор, да? Вот там должны вычеркнуть раз и навсегда человека из этого списка. Если вы сами не пойдете, опять же, человеческий фактор. То есть нету справки, нету заявления, и люди этого не делают. Они, ну, чиновник. Так ось, раніше ми могли онлайн, по суті, спостерігати, що відбувається на виборчих дільницях. Цього, цієї кампанії камер відеоспостережень не буде. Чи не стануться від цього більше фальсифікації? Ну, знаете, не думаю. Вот опять же, видите, вот мы говорим, что мы много тратим на выборы, давайте делать выборы электронные. И тут же второй вопрос, почему давайте поставим камеры. Но стоимость камер тоже будет достаточно значительной, и тогда сама стоимость этих выборов будет тоже значительно дороже. Ну, может быть, если бы камеры были, то, скажем, фальсификаций было бы меньше. Но опять же, я смотрю, что вброс в урны, где такое количество наблюдателей от кандидатов, да, то есть, в принципе, может на каждом участке находиться 39 наблюдателей, плюс члены комиссии. И чтобы 39 позволили вброс левых каких-то бюллетеней, маловероятно. Поэтому здесь будет камера, не будет. Ну, конечно, с камеры просто могли бы все уйти пить чай и не находиться на месте, не следить, да, просто отдохнуть, потому что все равно камера все это запишет. А с другой стороны, когда из 39 и наблюдатели, как правило, группируются по каким-то там, ну, по разным признакам, то есть друг кому доверяют, оставляют вместо себя, то есть видно, что вброса нет, то в принципе в этой камере, я вспомню даже прошлые выборы, когда были камеры, ну, единичные случаи, да, когда камера фиксировала, что были какие-то нарушения, были какие-то вбросы. Но, может быть, потому и не было вбросов, потому что камера была, и люди боялись. Может, так же можно как бы оппонировать мне. Но я думаю, это не тот момент, который действительно... Ну, 43 наблюдателя, 39, это будет более надежно, чем любая камера.
Свої що... плюси, тобто є все ж таки у кількості кандидатів, конечно, нагадаю, конечно. Цього року 39. Вже 38, Олександр Мороз, здається, знявся. 38 вже, да. Почав бюлетені, він... Бюлетені ще буде, але вже голосувати, його голоса просто будуть, не знаю, як засчитані, але він вже не кандидат. Але це все ж таки рекорд для України. Ну, не можна казати, це добре чи погано, але це так. Ну, вы знаете как, в принципе, всегда хорошо. То есть, чем больше выбор, да, когда мы приходим в магазин, грубо говоря, видим на полочках большее количество товара, ассортимента есть чего выбрать. Ну, конечно, из этих 38 мы понимаем, что действующих таких, возможных, проходящих 4, а может быть даже и меньше, 5 от силы. Вот, поэтому как бы 33 могут рассматриваться как непонятно что. Но мы прекрасно понимаем, что это первый этап уже выборов в парламент. Да? Даже скажу, что выборы президента, они начались намного раньше, чем настоящая избирательная кампания. Потому что те многочасовые ролики, которые шли с участием одного из кандидатов, да, их все шутку воспринимали как просто, как в крайнем случае, что-то техническое. А когда вот это техническое произошло ожидание, наверное, тех, кто писал сценарий, кто эту игру затевал, то есть, мне кажется, даже на ходу многие планы поменялись. И вот поэтому, опять же, как к этому подойти, насколько это было законно, когда избирательная кампания началась в значительно короткий период, а кто-то начал ее значительно раньше. Но, с другой стороны, можно сказать, что любые политические деятели, которые выступают в телевизоре, да, и они узнаваемы, что любое их выступление тоже является частью избирательной кампании. Но, с другой стороны, мы должны жить все так чисто, да, и прекрасно, чтобы считать, что нам не было стыдно за содеянное прошлое, и тоже можно сказать, что мы участвуем в избирательной кампании, то есть за нами не черного шлейфа, и люди нам будут доверять. Хочу сказати, що сьогодні свій голос віддав вже голова Одеської обласної адміністрації. Подробиці наразі готовий розповісти наш кореспондент Олександр Тарасенко, який з нами на прямому зв'язку. Олександре, розповідай. Здравствуй, Євгене. Близько 10:15 голова Одеської ОДА Максим Степаном разом з його заступницею Оленою Шаталовою прийшли на дільницю номер 511-300, яка, власне, знаходиться в будинку культури політеху. Власне, там очільник облдержадміністрації віддав свій голос, після того поспілкувався з пресою. Ще трохи про організацію. Власне, там було 16 членів комісії, сама дільниця почала вчасно працювати, а саме о 8 ранку. Ніяких порушень, принаймні станом на 11 ранку, не було. Станом на той час проголосували майже 300 одеситів з 2152 виборців. А також додам, що Максим Степанов заявив, що в області ситуація стабільна, проте відбулися заминки в Ізмаїлі, там на двох дільницях переплутали печатки і через те, власне, затрималося відкриття. Власне, на одній дільниці вже відновили, ну, її запустили, а з другою найближчим часом, за словами Максима Степанова, запустять голосування. А так в області все відбувається, ну, за планом. Дякую тобі, Олександре. Наш кореспондент Олександр Тарасенко розповів, як сьогодні вже проголосував голова Одеської обласної адміністрації. Ми вам дякуємо за участь. Ви ще не проголосували, як ви зазначили на початку, але сподіваємося, що в найближчій годині ви це зробите.